Новые ЧП в Дзержинске связаны с развлекательными мероприятиями. Напомню, в выходные на празднование Дня города заряды салюта полетели в толпу. И в результате один человек погиб и 14 получили ранения и ожоги. Следственный комитет возбудил уголовное дело, но конкретные виновные пока не названы. Но оказывается, кроме опасных фейерверков, в Дзержинске есть и опасные для жизни карусели. В лунопарке аттракционы раскрутили так, что дети покалечили ноги о рекламные щиты. То есть внучка здесь сидела, дедушка здесь. Мы помогали, мальчик пострадавший, два мальчика сидели там. И девочки вот здесь вот. У всех ноги обкорябанные, свезены. То есть вот прям... Ну, на тот момент, не знаю, может быть, такое шоковое состояние. У девочки вот прям кости на щиколотке вот было видно. Я говорю, пожалуйста, на выход. Почему? Нет, а вы расскажите, пожалуйста, можно, что у вас пожалуйста, произошло. А позовите мне вот хозяина, вот, который... Можете пока спуститься, девушка, на низ? Будьте добрые. А вы не боитесь кататься? Нет. Просто после салюта на следующий день на моих глазах люди повредили. А щитки, которые вот здесь были на столбах установлены, повредили девушка, ноги. Давай, не боитесь? Рискнем. Никто не погиб, карусель не сломалась. Как видите, она стоит, вы сейчас на ней как раз находитесь. Ну, было, ну, мужчина один ударился, все. Вот мужчина, вот который мужчина, который говорил, здравствуйте, который говорил, что совершили ошибку, не вовремя стали опускать цепочку. Помните меня, который я всех больше кричала? Давайте, вы кричали, да, что вернете деньги, да, за стоимость билета, чтобы, да, никто не расходился. Да. А вот муж, почему такое там произошло, да? То есть совершена была я ошибка, вам скажу, да? Да, я вам скажу, да, так, потому что сзади сидели вот муж, люди, которые последние города, мы тоже не знали, а вот эту лунку одну задели, да? А она немножко в бок пошла, поэтому зацепилась за вот эти рекламы. И когда зацепилась, она затормозилась и сразу вторую. А вторая ударила этого сзади по ногам. Поэтому, когда они раскатались, эти руки, мы не можем сразу выключить, потому что он немножко а еще... Нельзя было изначально сразу опять начать их поднимать, она чтобы не... они не ударили. А вот это не идет, вот это не идет, понимаете, ну, вот да? Подумала, это гидравлика, это гидравлика все идет, да. Это гидравлика, да, все идет. Первый раз вообще у нас это никогда не было. Тем более последние города, все такие, знаете, как вот этот случай, который там случился, да, тоже у кого-то есть какие-то другие мысли. Кстати, как сообщили нам в администрации Дзержинска, этот передвижной лунопарк находится на частной территории, принадлежащей гипермаркету, и потому вмешиваться в его работу власти права не имеют.